Шалом, возлюбленные братья и сестры. Мы хотим пожелать всем вам счастливого Нового года. Давайте поблагодарим нашего Господа. Благодаря Его любви мы с вами можем наслаждаться Его благостью в Новом году. В качестве благодарности давайте воздадим Ему громкую хвалу. Saudaraku, mari kita bersama-sama mendengarkan pesan Tuhan yang disampaikan oleh Pendeta Nico. Kiranya firman Tuhan yang akan kita terima dapat menuntun dan membawa damai sejahtera dalam hidup kita. Betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau berikan Yesus padaku, supaya aku tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Betapa besar, betapa besar kasih-Mu Allahku, sehingga Kau
Sembah Kau Tuhan. Давайте поднимем руки Господу и поклонимся Ему. Авва, Ты находишься на этом месте, Ты посещаешь своих детей, Ты касаешься каждого из нас, Ты исцеляешь больных, отпускаешь пленных на свободу, Ты утешаешь разбитые сердца, Ты укрепляешь слабых и даешь надежду безнадежным. Господь Иисус, Ты благ. О, как Ты благ! Ко всем нам добр, Господи! Открывай нам свое сердце через уста своего слуги, Господь. Спасибо за то, что собрал нас в этом месте. Отец, открывай нам свою любовь и силу. Касайся нас, Боже! Когда они пойдут домой, они уже не будут прежними. Спасибо Тебе за это, Отец! Во имя Иисуса мы молимся Тебе. Аминь. А теперь давайте поаплодируем Господу и скажем Ему «У!». Громче. Это для Господа Иисуса. Аллилуйя! 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 Иисус! Громче давайте. Аллилуйя! Иисус! Иисус! Присаживайтесь, пожалуйста. Шалом, возлюбленные во Христе! Вам сегодня понравилось? Молитва, хвала и поклонение? Кому понравилось? Иисус благ! Давайте еще раз поаплодируем нашему Господу! Аллилуйя! Пусть Иисус благословит вас обильно, очень-очень сильно. Поаплодируйте Господу. Принимайте Божие благословение. Оно изливается на нас. Мы вместе празднуем Рождество. Каждый раз, когда мы празднуем Рождество, Господь
напоминает нам три вещи. Во-первых, Рождество говорит о великой Божьей любви к миру. И во-вторых, Рождество говорит о чуде. Далее, в-третьих, через Рождество Бог напоминает нам, что 2000 лет назад Иисус пришел в этот мир в первый раз. Но также Бог напоминает нам, что Иисус придет снова. Его второе пришествие так близко, очень близко. Если вы верите в это, скажите «Аминь». А теперь давайте разберем эти три вещи по очереди. Ну что, готовы? Рождество говорит о Божьей вечной любви к этому миру. В Евангелии от Иоанна, 3 главе 16 стихе сказано, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного». Как Его имя? Его имя — Иисус. Повторите Его имя — Иисус, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вопрос в том, что такого важного в человеке, что Иисус должен прийти в этот мир. Библия говорит, что все мы согрешили и отпали от славы Божией, ведь плата за грех — это смерть. Есть три вида смерти. Во-первых, это духовная смерть, когда слава Божия покидает человека. Во-вторых, телесная смерть, когда дух человека отделяется от его тела. Ну и в-третьих, это вечная смерть. Где? В аду, конечно же. Возлюбленные, в эти дни Господь говорит мне, напомни людям, чтобы они не попали в ад. Только что мы видели изображение ада. Это была лишь картинка. Но ад — это ужасное место, где огонь никогда не угасает, а черви никогда не умирают. Возлюбленные, вам не стоит попадать туда. Если вы попадете в ад, то это будет не на один день, не на год, не на 2 года или 10 лет, не даже на 100 или 1000 лет, нет.
Это навечно. Возлюбленные, ад — это ужасное место. Поэтому Господь Иисус пришел в мир. Вот почему Иисус должен был умереть вместо нас с вами. Если мы посмотрим на то, как Он умирал, это, конечно же, было бесчеловечным. Когда евреи кричали «распни», «распни его», Иисус должен был быть распят. Перед распятием с Иисуса сняли всю одежду. Затем его привязали ко столбу. По обе стороны от Иисуса стояли солдаты с плетьми. К плети были привязаны железо и кости. Он висел, растянутый на этом кресте, и они хлестали Иисуса по спине, нанося ему глубокие раны. Господь Иисус ужасно страдал. Он истекал кровью. И хочу напомнить, что Иисус был не только на 100% Богом, но и на 100% человеком, как мы с вами. Иисус кричал от боли. Он истекал кровью. Может быть, это все? Конечно же, нет. На его голове был терновый венок. Его тело было в крови. Боль была невыносимой. Может быть, на этом все? Опять же, нет. Его руки и ноги пригвоздили ко кресту. Это было очень больно. Снова полилась кровь. Иисус висел на кресте одинокий. В тот момент Иисус ужасно страдал. Он страдал как телесно, так и эмоционально. Эмоционально, потому что все проходящие мимо насмехались над Иисусом. Старейшины, фарисеи, священники — все насмехались над Иисусом. Затем один из разбойников, который висел вместе с Иисусом, хулил его. Иисус страдал телесно, душевно и духовно. В итоге Иисус умер на кресте. Вопрос в том, почему ему пришлось так страдать. Почему не придумать что-то попроще? Отрубить голову, к примеру, и все? Почему ему пришлось проходить такие ужасные страдания? Библия говорит, что без пролития крови нет прощения грехов. Итак, чтобы простить ваши грехи, и ваши, и мои грехи, Иисус должен был умереть таким образом. Возлюбленные, но что еще говорит Библия о смерти Иисуса? А Библия повествует нам о том, что Он забрал наши болезни, Он понес наши немощи, и Его ранами мы исцелились. Поаплодируйте нашему Господу. Давайте поднимем руки к нашему Господу и признаемся Ему в любви. Сказать,
Давайте поднимем наши руки к Господу. Я приглашаю вас повторить за мною то, что я сейчас скажу. Господь Иисус, Ты добрый. Ты очень добрый. Положите руку на сердце по отношению ко мне. Возлюбленные, надеюсь, хвала, поклонение и Слово Божие, которое вы только что услышали и увидели, благословят вас. Мы в Индонезии молимся о том, чтобы в новом году вы продолжали следить за своей жизнью, чтобы она оставалась святой и угодной Богу. С Новым годом и да благословит вас Господь Иисус! Sambut Sang Raja Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa samanya. Yesus namanya disebutkan ajaib, penasehat kita, Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Yesus. Namanya disebutkan ajaib, penasehat kita, Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai, Bapa yang kekal, Raja damai, pemenang. Mari sambut
gereja. Yesus Tuhan Juru Selamat dunia yang datang dalam kemuliaan. Kepadanya diberikan nama di atas segala nama, nama yang berkuasa samanya. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai, pemenang. Oh, oh, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Yesus, namanya disebutkan ajaib, penasehat kita. Yesus, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai. Bapa yang kekal, Raja damai.